Боже мой, какой ливень! Сказка. Как говорили в старину, сказка может злого человека сделать добрее, скучного веселее, хвостуна скромнее, а глупого умнее. Сказка нужна и полезна и старому, и малому. А потому внимательно смотрите и слушайте нашу историю. Хочу быть всегда первым. Хочу быть королем. Хочу бегать по лужам и босиком. Хочу завладеть миром. Эх, как я хочу хорошей погоды. Я хочу, чтобы мои стихи звучали вечно, чтобы мое имя повторяли все прекрасные дамы на всех перекрестках. Очень хочу новые калоши, чтобы не дырявые. Хочу сказку! Хочу сказку! Хочу вперед. Хочу все про всех знать. Я хочу, чтобы вернулось лето. Ну, а вы чего хотите, ваше бывшее королевское величество? Молчите? Странно. А ведь все чего-то хотят. Ах, воздушный шар моей мечты. Сколько раз поднимал он меня ввысь, над городами, крышами, трубами. И я улетал в тот мир, где нет для людей ни горя, ни печали, ни забот. Но человеческие стремления, желания, голоса догоняли меня. Хочу, хочу, хочу. Что ж, думал я, желать и хотеть никому не возбраняется. И тогда я решил написать 2-3 истории, или сказку, если хотите. Ведь сказка, как всегда, все выводит на чистую воду. Близко, она идет сюда. Кто идет? Я искала чистое и бескорыстное сердце, я нашла. Вот эти калоши выполняют желание любого, кто их наденет. Вы это собираетесь отдать людям? Я хочу, чтобы эта девушка была счастливой. Вы с ума сошли? Ничуть. Я вас предупредила. Добрый день, милые дамы. Угу. Ну почему же?
почему здесь только солнце? Да потому что у меня сегодня день рождения. Вот, прими эти калоши, и они выполнят твои любые желания. Любые желания? Любые? Ну, конечно, ты ведь хорошая девочка. Вот, а если они попадут в недобрые руки? Ну, почему? Почему вы всегда думаете о людях только дурное? Милочка, потому что я фея печали. А я фея счастья. Надевай, девочка, нет. Надевай. Правда? Ну, конечно. Нет. Не надевай. Надевай. Не надевай калоши, надевай. Не надевай. Надевай. Нет. Надевай, надевай. Нет. Желаю счастья, надевай. Не надевай. Надевай и загадывай желание. Ваши годы, когда я была феей счастья, как и вы, я натворила немало глупостей. Ничего хорошего из этого не вышло. Но ведь я же еще не в вашем возрасте. Да. Дедушка! Милый! Какое же у нас с тобой теперь чудо! Я теперь могу все-все-все! Не понял? Ах, дедушка, дедушка! Как же мы с тобой живем? В какой темноте? Не понимаю. Не понимаю. Я хочу. Хочу, чтобы у нас было светло. Хочу, чтобы все зазвучало. Вчера они все молчали, а сегодня они все играют. Ну неужели все это сделал ты? А чего ты хочешь? А, я, кажется, знаю, чего ты хочешь. Вот. Это все они. Конечно. Нельзя. Ну почему нельзя, же? Нельзя. Они чудесные. Они волшебные. Ну потому что это все неправда. Дрянное ложное волшебство. Это ужасно, это очень-очень опасная вещь. Осторожно, Ваше Величество, вы простудитесь. Он закаляется. Ваше Величество, ну, Ваше Величество. Мы скоро станем воистину великой державой. Или воистину сопливой. Ну что вы, что вы? Ничего бы не случилось, ни сахарной. Вас что, да, пусть закаляется. Сами закаляйтесь, а ребенка оставьте в покое. Все. Абсурд. Нонсенс. Эй! Ты чего ревешь-то? Ну вот. Знаешь, сейчас и я зареву. Потом другие нам помогут. Знаешь, что будет, а? Что будет? Потом. Дедушка! Мой дедушка спрятал счастье! Он, мой дедушка, куда-то спрятал счастье. Я хотела его для вас, для всех. А он взял и спрятал его. Спрятал секрет богатства. Что? Спрятал секрет красоты. Спрятал секрет молодости. Спрятал секрет молодости.
Асигына, Алюлюка. Асигына. Вот, Ваше Величество, наше королевство. Где? Вот, вот здесь. Не вижу. Для этого вам придется взять лупу, Ваше Величество. Что и обидно. И вы хотите? Да, Ваше Величество, а разве вы этого не хотите? Вопрос лишь в том, куда мы направим наши взоры, Ваше Величество. А куда мы их направим? А я думаю, что... Вот сюда! А поближе мы не можем направить свои взоры? Нет, Ваше Величество, у соседних государств слишком сильный гарнизон. А здесь? А здесь никакого сопротивления. Одни пингвины, Ваше Величество. А территория значительна. Нонсенс. Делайте, что хотите. Тем более, Ваше Величество, что теперь мы обладаем таким средством. Кажется, средством такой необычайной мощности, к счастью. Но об этом позже. Разыскать и обыскать. Бежим. Дом преступника обыскать, разыскать и описать. Обыскать, описать, разыскать. Дедушка, прости обыскать, меня, описать, я же не хотела. Обыскать, обыскать, описать, разыскать. Обыкновенный чайник. Чайник. Обыкновенный, потертый, поношенный чайник. Чайник, начальник. Над начальником еще начальник, а над тем начальником еще начальник. А над тем начальник. Галоши. О! Галоши! Это ты, что ли? Вот так-так. Ух, ты ж мокрее мокрого. Ну-ка, держись. Вот. Сейчас. Ох, бедненькая моя. Сейчас, сейчас. О, здравствуй, друг. Давно ты у нас не был. У вас не найдется немного вина? А, вина? Нет, вина нет. И хлеба тоже нет. Тогда, может быть, сухое платье. Посмотри, она вся промокла. Платье? Платье у тебя, кажется, было где-то? Платье? Ну, в ломбарде же. А ну, отвернись. Отвернись, отвернись. А, да. Ничего. Когда-нибудь и ты продашь одну из своих картин. Должны же эти ходячие кошельки понять, как твои картины прекрасны. Моя работа, мое богатство. И вот она. Ты. Я сейчас. Совсем немножко.
совсем чуть-чуть посижу и пойду. Ну, куда ты пойдешь? Ну почему? Почему им всем весело, когда моему дедушке так грустно, так плохо? Речь у нас сейчас пойдет о бедном полицейском писаре. Надо сказать, что из всех страстей больше всего его обуревала зависть. Нет, многого он пока что не желал. Но как бы ему сейчас, в этот миг, хотелось побыть на месте хотя бы вон того королевского лакея. Рождественскую елку. Вы не находите, генерал? О, ты же писарь. А как же? Я тебя узнал. Секретное задание. Секретное задание спрашиваю. Поехали. Боже, какой нелепый. Кто это? Жена губернатора. О, как я хотела бы оказаться на ее месте. Милый, хочу оранжат. А мне на его. Милый, ну я же просила оранжат. Одну минуту. Господин губернатор? Вы? Кажется, я. Разрешите? Минуточку. Что такое? Минуточку. Где-то мы вас уже видели. А? В каком чине, сударь? Да. Кто я? Я губернатор. Позвольте. Да-да. Вот, посмотрите. Позвольте. Какого города? Как какого? Вот нашего. Ваше превосходительство, прошу прощения. Болван. Болван. Болван, позволить себе такое? А еще губернатор, кажется, взять его так, зачем? Следить. Что так долго, милый?
сами господа министры соизволили. Что соизволили? Сами светлости соизволили. Соизволили обозвать меня болваном. Верно, соизволили. Разрывается тоски печали. Ну что он выделывает, Каналья, на уму непостижимо. Уберите ногу, покиньте дворец. А камера! Уберите руки, покиньте дворец. А не кажется ли вам, генерал, что мы уже с вами где-то видели эту физиономию, а? Шельмец, а? Мое сердце переполнено радостью и весельем за вас. А как же? И вам не хотелось бы поблагодарить меня? Эфенди Хеопс ибн Рамзес Барбаросский! Проездом из Стамбула... Матрас! А как же? Ох, какой класс! Наши так не умеют. Это покушение на жизнь короля, не иначе. Ты слышишь? Это покушение на жизнь короля, уверяю вас. Вот так! Вот так будет! Вот так и будет со всеми! Со всеми! Кто не окажет мне внимания? Кого же брать? Брать кого? Первого министра. Как? Самого? Я не знаю. Берите всех. Берите всех. Вот так! Кто не будет любоваться мной? Или помереть мне на этом самом месте? Всех берите! Всех возьмите! Странно, почему же мигает свеча? Я знаю. Я, кажется, знаю, почему. Что? Что ты сказала? Знаю, почему она мигает. Ах, Потап! Я вас предупреждала. Ах, Потап! Вам людей щадить надо, а вы? Ах, Потап! Ой, что было? Суматоха! Что творится? А не грозился? Грозился и умер. Ой! Да? А на нем случайно калош не было? Были.
праздное любопытство. Баловство. Немедленно, сейчас же разыщи их. Слышишь, разыщи немедленно. И почему все утро ты не хочешь мне улыбнуться? Все молчишь и молчишь. Такие красивые цветочки. Вот тебе один, держи. Фрекин, хотите, я подарю вам розы или золотые фиалки? Слушай, а почему на тебя вчера кричал твой дед, а? Купите вы цветы, пожалуйста. Они совсем недорого стоят. Благодарю. Уйдите отсюда все! Уйдите! Учтите, мы сегодня хороним не просто преступника, а чрезвычайного. Суеты. Я вас умоляю! Это опасные калоши! Я умоляю вас, не одевайте! Ради вашей красоты, румяных щек и алых губок, я поднимаю этот кубок! Не надо. Давайте перейдем на ты. Угу. Этот стихи читает. Я бы лучше делом занялся. Вон отсюда! Туда! Прелестное создание. Чтобы завоевать вашу любовь, я готов сразиться с самым коварным, самым беспардонным рыцарем. А ведь я не так молод, как это кажется. Я готов. Нет, совершенно серьезно, кроме нет, шуток. Не надо. Я нет, ведь нет. Зря говорить не буду. Не то, что как некоторые безответственные мальчишки. Я готов. Что вы, сударь, не надо. Что вы, не надо. Готов, готов, готов. Ой. Да. Слово, как говорится, не воробей. Вылететь не поймаешь. Особенно, если у тебя на ногах всемогущие волшебные калоши. Ну что ж, и нам пора в путь за хвостуном стихоплетом. Страшно подумать, в средние века мечи, броня, собрала, рога трубят, крушится сеча. И что там с одним рыцарем? За любовь я готов сразиться с целой когортой. Боже мой! Боже мой! Боже мой, свято представление, что ли? Боже мой! Точно, свято представление! Свято представление! Сойди мне с этого места, мистер! Браво! Как он смел! Он даже не пытается бежать! Браво юному! Боже мой! Один против всех! Браво! Боже, да это вампир! Он страшнее дракона! Господи! Оберегись, святой Георгий! Сам король Артур был милостивее его! Кто вы? О, слава!
славный рыцарь, из каких таинственных краев явились вы к нам в этих странных доспехах, в этом, конечно же, волшебном забрали. Кто вы, осмелившийся вызвать на бой сразу всех? В общем-то, трудно объяснить, сударыня. В основном разрабатываю лирическую тему в меру сил. Ну, вот хотя бы что-нибудь из раннего цикла. Нет, лучше из последних. При виде вашей красоты давайте перейдем на «ты». Кто же эта прекрасная дама, которой вы посвятили такие стихи, и ради которой вы готовы на смерть? Да это там одна. Это вы, сударыня. Ой, я так и думала. Ну, вы знаете, не в обычаях нашего герцогства, чтобы один дрался сотней. Нет, только со всеми сразу. Отделаюсь и к стороне. Ой, ну это неинтересно. Ну, у нас так мало развлечений. Ой, знаете, что я придумала? Что? Мы с вами сегодня познакомимся. Поняла вас. Потому что это глупо. Если вы завтра умрете, если вас завтра убьют, а мы даже с вами не будем знакомы. А завтра вызовите на бой самого смелого, самого отважного рыцаря, если вас не убьют. А... то послезавтра вы снова вызовите на бой самого смелого, самого отважного рыцаря, если вас не убьют, то послезавтра. Обширная программа, сударыня. Подвергаться надо нам, храбрым рыцарям несчастным, в честь прекрасных наших дам. Испытанием ужасным. Это что же за житье? Убивать должны друг друга. Уж наточено копье, уж напялена кольчуга. А не ступишься за даму, так не оберешься сраму. А не выйдешь на турнир, так тебя осудит мир. А это мой бедный муж. Вот этот? Да. Он пал смертью храбрых, доказывая свою безумную любовь ко мне, когда его вызвал на турнир сэр Джон. А сэр Джон пал смертью храбрых, доказывая свою неугасимую, неудержимую любовь ко мне, когда его вызвал на дуэль сэр Джек. А вот это сэр Джек. Вот это? Вот это сэр вот Джек. Вот этот, бедняга. Сэр Джек. Он пал смертью храбрых, когда его вызвал на турнир сэр Арчибальд. А вот это вот сэр Арчибальд, который доказал пламенную любовь ко мне, погибнув в поединке, в честном бою, на турнире, на который его вызвал сэр Ганс. Вот он, сэр Ганс. А сэр Ганс... Какие все бедняги молодые? Молодые, да. Вот это вот сэр Ганс, которого вызвал на турнир, я вам говорила, сэр Арчибальд. Мир их праху. Да. Какие у него страшные стеклянные глаза. Такие я видел только у упыря. Спаси и пронеси. Все это каверзы и хитрости. Правильно. Почему же, почему мы, ребята, озверели? Нам бы жить в своем дому, нам бы спать в своей постели. Вместо этого всю ночь хнычем мы, как будто дети. И не сможет нам помочь уж никто, никто на свете. А не вступишься за даму, так не оберешься сраму. А не выйдешь на турнир, так тебя осудит мир. Вот. А теперь наклони голову, мой храбрый рыцарь. Зачем? А что? Сейчас померяем. Чего? Как раз. Вот здесь я буду хранить твою голову, когда ты погибнешь из-за меня. И оставишь в века свой славный образ в памяти всех женщин. В том числе и моей памяти. А что... По-другому нельзя никак доказать любовь свою. По-другому? А как? Ну как? Я не виновата, дедушка. А он... Какие-то рыцарские... поединки, хвостун несчастный. Ну, значит, они больше к нам не вернутся. Кто рыцари? Да нет, калоши. Наигрались. Ну, что ж, по делам. Ну, может, все-таки... Из рыцарских времен такие бахвалы не возвращаются. Ну, служивый, назови. Живи, зови своих министров. Теперь я могу сказать все.
Калоша, значит. И ты утверждаешь, что они в средневековье, да? Так. Нонсенс. Возможно. Ты считаешь себя честным человеком. Я опозорю тебя перед всем городом. Где же наши рыцари? А где мой муж? А где мой Джон? Ну, я вас спрашиваю. Где мой Пьер? Я вас спрашиваю. Матушка, матушка герцогиня. Мой муж Бил тоже ушел неведомо куда и еще ночью. Виват! Так выходит, я победил и могу быть свободным! Ба, они возвращаются! Возвращаются! Они возвращаются! Меч рыцарю! Шлем рыцарю! Смотрите, турнир бега начинается. Господи, спаси, помилуй, Господи. При виде вашей красоты, поэт не терпит суеты. Хвостун проклятый. Клянусь, я больше так не буду. Давайте перейдем на ты. И мы приковываем его к позорному столбу. Граждане, покройте его позором. Идемте. Ну,
тебя. Сильно есть хочется. Потерпи, милый. Боже мой, боже мой. У нас же с тобой ни единого гроша. Вот так проходит жизнь. Трудишься, трудишься, и никакого толка. Но все, что ты делаешь, действительно прекрасно. Да, прекрасно. Видимо, прекрасно только то, за что деньги можно получить. Вот взять хотя бы эти калоши. Погоди, а откуда они взялись? А? Прилетели. Идея! Продай, продай! И деньги будут, ну, милые, ну, хорошие. Ну, продай. Ну, и деньги будут. Пусть хоть это у тебя будет. Ну, хорошо. Пойду я к пекарю, может, хлебом выручит хотя бы еще раз. Ой. О, Фрёхин, прошу снимочек. Память о таком прелестном солнечном дне. Прошу вас. Спасибо, в следующий раз. Внимание! Сейчас вылетит птичка. Улыбаются все? Мерси. Кто еще желает сниматься? Прошу. Ну-ка, дай сюда. Что вздыхаешь, Ирод? А, никогда в жизни столько не бездельничал. У тебя нож есть? Кинжал. А? На. Ну что, деда? Мне первое. Дерзай, малыш. Спасибо. Боже мой. Как бы мне хотелось, чтобы он продал хотя бы одну из своих картин. Кто там? Стойте! Что? Что вы делаете? Стойте! Что вы делаете? Куда? Сюда! Я покупаю эту картину! Это... Позвольте. Позвольте. Мои картины! Это уже моя. Мои. Подержите. Подержите. Понимаете, это мои картины. Это я работал. Я работал. Позвольте. Я ее писал. Я их писал. Пустите. Пустите. Я работал днями и ночами. Пустите. Да пустите же меня. Я писал вот этими руками. Это моя картина. Ну что ты? Покупаем, покупаем! Я в детстве. Ну просто я в детстве. Гений. Я? Да. Это гений! Да! Гений! Это гений! 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 Гений!
вам должен. Один золотой. Пожалуйста. Три! И не меньше. Пять! Десять! Миллион! Что преступник? Молчит, но он окружен всеобщим презрением. А ну, разойдись! Разойдись! Ну-ка, разойдись все! А что, если мне пойти к нему и попросить? Пусть скажет, но намекнет хотя бы. Где найти эти самые калоши счастья? Что вы, фи-фи-фи, ваше величество? Нонсенс. Вы король, а он королевский преступник. Король может или казнить, или миловать. Но просить, ваше величество, никогда. Попрошу как друга, как человека. Скажи им, где эти калоши, и освободи меня от обязанности тебя сторожить. Если б я знал, мы бы с тобой здесь не сидели. А может, наоборот. Может, наоборот, если б я знал, ни за что бы не отдал. Эх, нехороший ты человек. Ну вот что. Если через две недели у меня не будет этих волшебных калош, на его место сядете вы. И вы тоже. Скажи, а вот если бы ты нашел эти калоши счастья, что бы ты тогда у них попросил? Я бы, ну, чтобы солнце никогда не заходило. И тогда людям было бы светло-светло. Или ты знаешь, а вообще-то нет. И, пожалуй, нет. Пусть люди ходят в темноте. Они будут натыкаться друг на друга, стукаться лбами. И у них на лбах вырастут вот такие фонари. Да? Ты все смеешься, а я вправду спрашиваю. Попросил бы, чтобы поскорее была наша свадьба. Да ну тебя! И правда, когда же, наконец, мы поженимся? Когда король освободит моего дедушку. Иначе мы не можем, милый. Ты забыл свои кисти, милый. Зачем они мне? Я же не собираюсь работать. Рисовать, писать. 300, 400, 500, 1000. 700. 2000. Погоди! А как же я? У меня нет хлеба. Ай! Погоди же! Но ведь у меня ни крошки нет. А при чем тут я? И угля тоже. Ай, пустое. Погоди. Но у меня нет даже крошек. Деньги. Всюду деньги. Да, вот что. Ты найди эти самые калоши и продай. Старьевщик охотно принимает старую обувь. Только не продешеви. Вот они!
Вот. Что надо? Опять кораблики. Вы на меня не сердитесь, преступник? А что мне на тебя сердиться, мальчишка? Но мальчишество проходит. А на то, что проходит, разве можно сердиться? Да по правде сказать, мне не нужны ваши кораблики. Я уже большой. А вот куда могли запропаститься калоши счастья? А зачем тебе калоши? Понимаете, я не могу вам этого сказать. Вы будете смеяться надо мной. Но куда же они могли подеваться? Не знаю. А кто знает? И этого я не знаю. А кто знает про того, кто это знает? Никто. А кто знает про то, что никто не знает? Не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю. Ну вот, я же говорил, вы будете смеяться надо мной. Королевский преступник, идите домой. Я милую вас. Что же это? Это само? Само его величество освобождает тебя, значит, и меня. Тихо! Король спит! Тихо! 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 Король спит! Тихо! 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 Дедушка! Дедушка, милый, где ты? Дедушка! Дедушка, где ты? Куда же девались эти проклятые калоши? Ты в казарму? А? А куда? Домой. А ты домой? Ага. Милый дедушка, ну куда же он мог деться? Не понимаю совершенно. Ты просто ума не приложу. Пардон? Пардон. Общий пардон. Hello?
Тихо. Уму непостижимо. Ах, это все сахатурвал. Блестяще, отличная мысль. Люка-зюка. Гениально. Замерз, промок, ноги болят. Калоши! Калоши! Дешевые калоши! Калоши за грошек! Калоши! Ой, сейчас, калоши! Сейчас. Дешевые калоши! Калоши за грошек! Чтоб теплее было. Возьми. Спасибо. Так. Ну, спасибо. Граждане нашего королевства! Граждане нашего королевства! Запрещается гражданам нашего королевства носить калоши в любую погоду. Все имеющиеся в наличии калоши... Извините. Сдать под расписку в королевский дворец. Вот этот дедушка, который делает кораблики. Он еще 100 сделает, 1000 корабликов. Как вы мне надоели, а? Как вы мне все надоели. Хоть бы небеса меня приняли, что ли, поскорее. Раз. Старик, ты где? Старик, вот. Вот этого, честно говоря, от тебя, старик, я не ожидал. И ты туда же, в райские кущи, от земных забот. Ну-ну, посмотрим, что из этого выйдет. Здравствуйте, господа. Очень любезно с вашей стороны, что вы приготовили для меня вот эти штуки. Но они ржавые, ваше величество. Сейчас я их все перемерю. Нет смысла, ваше величество. Ваше величество, вы же не переворачиваете. Вот увидите, это и есть те самые волшебные калоши. Я хочу быть. И я хочу. Я хочу. Замечательный краю раю, нас не будут ни ругать, ни бить, и не надо здесь шагать в строю, надо просто наслаждаясь жить. Здесь отправленный трудом внимаются, и делами здесь не занимаются. Дети, а хотите я вам, ну что, ну яблочко в корову? Нет, а? Нет, дедушка, у нас уже есть яблочки. У нас есть яблочки. Мама, все-таки у нас. Какие яблочки?
яблочки, а? Ну, милые мои. Ну, хотите, я вам сделаю дудочки, ну, погремушечки, а? Нет. У нас и граммофон Сейчас, дети, я вам сделаю кораблик. Сейчас сделаю вам кораблик и... Кораблик, кораблик. Милые мои, хорошие мои. Как же это все скучно и неинтересно, когда все делается не своими руками. Ну, а это зачем? А это... Ах, как мне вас жалко! И себя, себя тоже жалко! Дедушка! Дед! Дедушка! Ну, наконец-то! Дед! Ну, где же ты? Где же ты был, дорогой мой? Мы же тебя везде ищем уже! Ты же не ел ничего, дорогой мой! Ну, подожди, ты не до тебя! Ну, вы тут... Фу-фу. Дерзайте. Спасибо, принц. Дедушка. Дедушка, мне сделайте. И этот, где ж ты был? А ты почему не в казарме, старый хрыч? Без мундира я. А, да. На, выкини их куда подальше. Ну почему же, дедушка? Потому что они промокают. Ну, потому что они оказались те самые проклятые калоши. Ну, потому что действительно это проклятые калоши. Я хочу... Хочу, чтобы к ней снова вернулась молодость. Чтобы все было как прежде. Как будто вас и не было, несчастная галоша. Да. Извините меня, милые. Я слишком увлекся, смотря на вас на всех с высоты полета моей фантазии. И дал слишком большую волю двум сказочным феям. Не сердитесь на меня и не ссорьтесь, досточтимые дамы. Ведь это я вас сам придумал. И мне хочется сейчас... забыть о ваших злосчастных калошах, как будто их на самом деле и не было. Thank you.
Господи, почему я так устал? Так давно ничего не писал. Господин писарь. А чего вы хотите, Ваше Величество, а? Я всегда хотел. Да. Я всю жизнь хотел. Что? Зажигать фонари. Вот, я же говорил, вы будете смеяться надо мной. Иди, фонарствуй. А как же он? Ну что, я полагаю, что ему сейчас не до того. Внимание! Сейчас вылетит птичка! А вот это мне уже по душе. Ты, видно, славный мальчик. Хотя и сам еще этого не знаешь. Правильно. Только своими руками и можно сотворить счастье. А не утруждая рук и не напрягая ума и сердца своего, ни дерева не посадишь, не соорудишь дома, тем более не сделаешь свою жизнь полной и интересной. Вот об этом-то и была наша история с этими волшебными калошами. Это они. Я напишу о них правду. Внимание! Лучше сказку. Это одно и то же. Ну, а калоши пусть себе плывут. Может, они кому-нибудь еще и сгодятся, кому наша история пошла не впрок. Никакого волшебства в том, представьте, нет, что когда стемнеет, мы зажигаем свет, что вдоль улиц фонари пляшут на ветру, что сменяет солнце их рано поутру, мы не зря.